Времени суток, уважаемые подписчики. Я так уверен, что давно меня уже не слышали. Вот я решил записать новый свой ролик. Я знаю, что у многих, кто живет в деревне, имеются домашние куры. Так вот, и как, наверное, у меня, такого не очень опытного дачника, курам нужно где-то зимовать. Было принято решение. То есть они до этого жили, они у меня в таком... Ну, все страшненько, смотрите, не бойтесь, это же жизнь. До этого жили в таком сварганином на скорую руку курятнички. Вот они там живут. Кормушка вот у них, ну там насест небольшой в углу, вот там под шифером, ну и там гнездо. То есть сейчас, конечно, наступает зима, обещают уже заморозки, хотя курица живет спокойно до минус 15, правда, не несется. Ну да ладно. И было принято решение сделать такой небольшой такой курятник. Вот что я придумал. Ну, исключительно фантазия, поэтому не судите строго. Значит, утепление. Здесь будут опилки засыпаны. Ну, соответственно, вторая сторона таким же образом. Да? Способного подручного материала, исключительно никакого качества здесь материала нет. А, значит, двери и эти стенки, и та, которая с окошком, утеплена вот такой подложкой под ламинат. Толстый, которая сантиметровая. Набивается доской сверху. То есть, чтобы не говорили, что курица разглядет его, да, то есть набито. Ну, как видно, да, то есть торчат края, да. То есть набит таким образом подложка и с обычной необрезной, самой простой дешевой доски. Вот я сделал такой интересный курятник. Сверху я положу пленку, на пленку положу минвату, ну, сантиметров 5. Вполне хватит. И опять же закрою, конечно, пленкой. И накрою эту крышу рубероидом. В конце потом покажу, как это будет выглядеть. Значит, окно я сделал таким образом. Я взял старые форточки из многоэтажного дома, взял их и скрутил их шурупами вместо. Получилось из двух рам форточек получилось одно такое пакет двуслойный. Не пластиковый, деревянный, круто все. Здесь, значит, вот, столбы вкопал в землю, столбы осиновые, пропитанные антикрепковой смесью. Чтоб не гнили. У меня здесь песок, по сути, нормально будет стоять. Ну и такая вот эта потолочная. Здесь поставлю еще планки и сделаю скатную, односкатную крышу. Накрою ее шифером. Скорее всего, рубероидом. Шифер дороговат. Ну вот такой образ. Вот такая вот стройка. Поэтому, кому понравилось, если что-то непонятно, задавайте в комментариях вопросы свои. Постараюсь по мере возможности на них ответить. Почти готов курятник. Вот утеплил таким образом. Прибил шпон. Вот гнездо. Насест. Кормушка. Утепляем. Вот. Изобером. Курятник. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Ставим свою оценку, которую считаете правильной. Лайк или дизлайк. Спасибо. До свидания.